NewJeans. Группа, которую по праву можно считать настоящим монстром-новичком. Всего за один год они достигли того, чего не достигают многие кей-поп-группы за всю свою карьеру. Каждая участница сейчас является амбассадором люксового бренда, и всего за 219 дней NewJeans достигли 1 миллиарда совокупных стримов на Spotify всего 6 песнями. А сейчас девочки готовятся к выпуску своего второго мини-альбома Get Up. Кстати, если вы хотите быть в курсе всех новостей, связанных с группой NewJeans, то welcome вот в этот прекрасный телеграм-канал. И плюс, кроме новостей, вы сможете пообщаться с другими фанатами NewJeans и завести себе друзей. Ссылка на телегу в описании этого видео. Ну а мы начинаем. Так как же группа NewJeans стала такой популярной всего за один год? Обычно рассказы о группах я начинаю с рассказа о преддебюте, дебюте или же детства участниках группы. Но NewJeans — это немножечко другая ситуация, и нужно начинать рассказ с девушки по имени Мин Хи Джин. Если вы впервые о ней слышите и сейчас задаетесь вопросом, а кто она вообще такая и зачем о ней говорить, то поверьте мне, она очень сильно повлияла на то, чтобы NewJeans стали такими популярными. Мин устроилась в SM Entertainment в 2002 году как графический дизайнер, но руководству компании очень нравилось, как она работает, поэтому чуть позже она становится креативным директором SM и начинает работать с самыми топовыми группами своего времени. Girls' Generation, Shiny, EXO, и это далеко не весь список. И пока кей-поп-фанаты обсуждали участников самых топовых кей-поп-групп, продюсеры, которые создавали кей-поп, часто говорили о Мин, потому что она была настоящим тренд-сеттером и не боялась идти вразрез с устоявшимися правилами кей-поп. Поэтому ее очень ценили, у нее была высокая зарплата, и ей позволяли работать с самыми топовыми кей-поп-группами. И вообще Мин даже приписывает такую заслугу, что именно она повлияла на то, чтобы каждый кей-поп-релиз был таким концептуальным. Это сделала именно Мин. И казалось бы, она идет очень так быстро по карьерной лестнице вверх в SM Entertainment, но в 2018 году из-за эмоционального выгорания она уходит из этой компании. Но такие талантливые люди долго без работы не сидят. И уже в 2019 году BHIT предлагают ей устроиться к ним. В тот момент BHIT хотели расширяться, и в 2019 году начался ребрендинг компании по созданию HYBE Labels. И Мин участвовала в этом очень активно, она продвигала и предлагала HYBE новые идеи. И в 2020 году HYBE начали подумывать о создании новой женской группы. И они хотели посмотреть, а что будет, если Мин поручить создание и продюсирование полностью одной группы. Изначально планировалось, что новой группой будет заниматься две компании – BHIT и Source Music. И в начале 2020 года начинаются кастинги на новую женскую группу. И они сразу же говорили «новая женская группа от Мин Хи Джин». То есть понимаете, насколько было большое влияние Мин, что о новой группе говорили не новая группа HYBE Labels, а новая группа Мин Хи Джин. Но как мы знаем, в тот момент в 2020 и в 2021 году на многие планы влиял ковид. Если по изначальному графику группа должна была дебютировать в 2021 году, то из-за вот этих обстоятельств дебют группы был перенесен до 2022 года. И в тот момент у HYBE появилось больше времени подумать и поразмыслить над новой стратегией, и они решили сделать немножечко по-другому. HYBE решили, что группой должны заниматься не BHIT и Source Music, а нужно сделать отдельную дочернюю компанию Adore, в котором Мин Хи Джин станет генеральным директором, и пусть уже компания Adore занимается продюсированием новой женской группы. Так что Мин ковид немножечко так сыграл на руку. И в конце 2021 года, в начале 2022 проходят последние кастинги на новую женскую группу. И, как говорят, именно в марте 2022 года был утвержден финальный, всем нам известный, состав группы NewJeans. И 1 июля компания Adore делает первый спойлер к дебюту новой женской группы, выставив три загадочных числа – 22, 7, 22. Ну а мы, кей-поп-фанаты, уже натренированы на всякие загадки от компании, поэтому фанаты быстро угадали, что, скорее всего, это 22 июля 2022 года. Ну и фанаты вот в этот период, эти три недели, начали гадать, а какой же контент мы получим 22 июля. Может быть, это будет видео-представление участниц, может, это будет концепт-фото или концепт-видео. Ну, давайте знать, посмотрим, чем нас удивит Adore. И
Adore 22 июля неожиданно представляют клип на песню Attention новой женской группы New Jeans. Для кей-поп-фанатов это просто было... Что это вообще такое? У нас не было ни концепт-фото, ни концепт-видео. Да что ж там говорить, мы даже не знали участниц группы. И тут сразу же мы получаем премьеру первой песни. Как вы видите, Мин и на данный момент продолжает использовать какие-то экспериментальные подходы к кей-поп-индустрии. И в тот же день, 22 июля, нам объявляют о том, что New Jeans дебютирует с первым мини-альбомом, который получил название New Jeans. И 23 июля происходит еще одно событие, которое мы точно никак не ожидали. New Jeans представляют вторую песню Hype Boy. Ну и наконец-то 23 июля Adore нам даже представляют участниц группы New Jeans. И это еще не все. Клип на песню Hype Boy был не один. Мы получили целых 4 клипа на одну песню. Это что это вообще такое? Мы такого раньше не видели, мы это не понимаем. Но это выглядит интересно, поэтому давайте смотреть. У клипа было 4 версии, и они были подписаны так. Версия Даниэль и Хирин, версия Минджи, версия Хани и версия Хюин. Как вы видите, сам дебют группы New Jeans, он непривычный для кей-поп, его никто не ожидал таким увидеть. Билборд описали дебют группы New Jeans так. Рискованный, но в конечном счете бодрящий. И плюс New Jeans все-таки зашли и сделали акцент на музыке прежде всего. То есть, конечно же, дебют был таким рискованным, интересным, но этот рискованный, интересный шаг привлек внимание публики, и плюс музыка и клипы были хорошими, поэтому дебют был успешным. И 24 июля, то есть на следующий день от релиза Hype Boy, New Jeans представляют песню Hearts. Третья песня из мини-альбома, в котором 4 трека, то есть нам почти весь мини-альбом показали до его релиза. Это каждый вот день в тот момент был просто каким-то немыслимым, непонятным, но в тот же момент интересным и манящим. И поэтому предзаказы первого мини-альбома New Jeans всего за 3 дня достигли 440 тысяч копий. И 1 августа New Jeans представляет свой дебютный мини-альбом New Jeans. Но для фанатов, конечно же, в этом альбоме была всего одна новая песня «Куки», потому что до этого мы уже получили релиз 3 треков. И 4 августа девушки впервые появляются на недельном музыкальном шоу «M Countdown». Дебют New Jeans по праву можно считать одним из самых успешных среди кей-поп групп. Он был необычным, но и поэтому понравился публике. И, конечно же, если мы говорим про музыкальную группу, то в первую очередь фанатам интересна музыка. И New Jeans и тут, конечно же, очень хорошо себя показали. Они выпустили такую музыку, которую на тот момент почти не выпускала никакая кей-поп-группа. Я думаю, вы заметили, что в 22-м году многие нам уже знакомые кей-поп-группы начали двигаться в сторону Girl Crush. И пока весь кей-поп идет в одну сторону, New Jeans сделали совершенно противоположное и поэтому понравились публике. Кстати, их мини-альбом New Jeans сейчас является самым стриминговым альбомом среди женских кей-поп-групп 4-го поколения. Сейчас его наслушали целых 800 миллионов раз. 29 октября в 22-м году New Jeans анонсировали выход своего ластика. Вы посмотрите, какой он мил, он такой в виде кролика, он прямо полностью подходит к концепту New Jeans. И, конечно же, фанаты изначально надеялись, что группа выпустит ластик где-то в ноябре, чтобы на музыкальные премии по типу «Мама» или «The Fuck Music Awards» уже фанаты могли ходить с ластиками. Но New Jeans сразу же объявили, что ластик можно будет купить только в марте 23-го года. Это немножечко расстроило фанатов, но окей, пусть будет так. И чуть позже, ближе к концу года, New Jeans посещают музыкальную премию The Fact Music Awards. Многим фанатам понравились образы девочек на красной ковровой дорожке, но вот их образы для выступления на премии The Fact Music Awards многие назвали клоунскими. Фанаты отметили, что девушки красивые, у них классная хореография, офигенные песни, но, пожалуйста, увольте стилистов, которые придумали вот эти вот наряды. А как вам наряды New Jeans на этой премии? Делитесь своим мнением. Ну и чуть позже New Jeans появляются на одной из самых больших кей-поп премий, это, конечно же, «Мама», и фанаты вот в этот раз уже были в восторге от костюмов девочек, но все-таки, опять же, не нашлись недовольные фанаты, которые сказали, что вот их костюмы на красной дорожке, конечно, красивые, но слишком простенькие. Но в этот раз у меня точно к ним нету претензий, потому что костюмы выглядят шикарно.
И ближе к концу года, а именно 19 декабря, New Jeans выпускают трек Ditto из первого сингл-альбома OMG. И 2 января, в начале 23 года, прям в самом-самом начале, можно считать подарок на Новый год, New Jeans выпускает свой первый сингл-альбом OMG. Тут такая же ситуация, как и с дебютом, мы получили несколько версий клипов, несколько перформанс-видео, и это, конечно же, то, за что фанаты любят группу New Jeans. Потому что, когда группа делает камбэк, мы получаем просто очень большое количество клипов и перформансов, и в принципе в кей-поп на данный момент никто не делает похожее. Итак, группа начинает набирать свою популярность просто с бешеной скоростью. И кроме большого количества фанатов, у New Jeans появляется большое количество интересных предложений для сотрудничества. И поэтому в январе 23 года был анонсирован коллаб между New Jeans и брендом электроники LG. New Jeans выпустили специальную версию ноутбука LG Gram, и также были разные аксессуары. Сумка для ноутбука, мышка и круглый коврик под нее, стик, постеры и многое другое. На самом деле этот коллаб получился очень милым, потому что на всех этих аксессуарах есть милый кролик, который символизирует группу New Jeans. Многим фанатам очень понравился этот коллаб, но все-таки нашлись некоторые баннис фандом New Jeans, которые были недовольны ценой ноутбука. Дело в том, что ноутбук LG X New Jeans — это самый обычный ноутбук из серии LG Gram, просто декорированный под группу New Jeans. И цена обычного ноутбука из серии LG Gram — $1900, а ноутбук в коллабе с New Jeans стоил $2200. И некоторые фанаты посчитали, что дополнительные $300 это сильно много. Здесь я категорически не согласна, потому что это коллаб с одной из самых топовых кей-поп групп, и, конечно же, ноутбук был выпущен в лимитированной версии, поэтому это самый настоящий эксклюзив. Ну и было бы странно, если бы обычный ноутбук и ноутбук в коллабе с New Jeans имели одинаковую цену. В марте 2023 года New Jeans становятся глобальными амбассадорами бренда Levi's. И чуть позже, той же весной, New Jeans посещает специальное мероприятие Levi's к 150-летию этого бренда. Просто посмотрите на эти милые образы девочек на красной дорожке этого мероприятия. Кстати, New Jeans даже порадовали фанатов в тот день. Кроме того, что они прошлись по красной дорожке, посетили специальное мероприятие, они даже выступили со своими несколькими песнями. Также New Jeans делает коллаб с McDonald's, и он изначально был доступен только в Южной Корее, а чуть позже New Jeans немножечко дорабатывает свою совместную работу с McDonald's, и он становится доступен в нескольких азиатских странах. В коллаб New Jeans и McDonald's вошли в новая версия стаканчика, новая версия упаковок, различные постеры, плюс когда вы заходили в McDonald's в азиатских странах, вас встречали какие-то фотографии New Jeans. Ну и, конечно же, для Южной Кореи New Jeans выпустили специальную лимитированную версию меню для McDonald's. Кстати, помните, одна из очень таких популярных групп Hype Labels, BTS, уже делали коллаб с McDonald's, и тогда он был доступен по всему миру. Надеюсь, в ближайшее время New Jeans тоже сделает коллаб с McDonald's, но он будет доступен уже во всем мире. В апреле 23 года New Jeans становятся амбассадорами Coca-Cola Zero и выпускают специальный трек и клип в сотрудничестве с Coca-Cola. Песня получила название Zero. Эта песня, она немножечко отличается от привычных нам песен New Jeans. Она получилась таким каким-то новым звучанием, но оно было таким же интересным, как предыдущие релизы, и поэтому песня стала довольно популярной, хоть это не было прям полным камбэком группы. И группа решила не останавливаться на этом успехе, поэтому чуть позже выходит ремикс на трек Zero совместно с диджеем G.I.D. И это еще не все. Группа также выпустила еще один трек для Coca-Cola, который получил название Be Who You Are. А какая песня из этих трех для Coca-Cola понравилась вам больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях. А 18 июня через социальные сети New Jeans объявляют о выпуске своего второго мини-альбома Get Up. Кстати, если мы заговорили о социальных сетях, то я напоминаю, что у меня есть мой телеграм-канал, в котором я рассказываю про все самые важные кей-поп новости. Телеграм называется Полинси, но ссылочку на него вы найдете в описании этого видео. Обязательно подписывайтесь. Ну а что касается мини-альбома New Jeans Get Up, то в альбоме будет 6 треков, и кто бы мог подумать, New Jeans выпустят
6 клипов для этого мини-альбома. Люблю New Jeans за их большое количество музыкальных видео. Также девочки из New Jeans поделились своими мыслями и размышлениями о новом альбоме. Девочки говорят, что они вступают в новую область музыки, с которой раньше никто не экспериментировал. И этот релиз будет немножечко отличаться от предыдущих треков группы. Сам мини-альбом выйдет 21 июля, но 7 июля мы уже получили пререлизные треки New Jeans и Super Shy. Также 1 июля и 2 июля New Jeans провели свои первые офлайн фан-митинги в Сеуле, которые получили название Bunny's Club. Кстати, билеты на эти фан-митинги были распроданы всего за 5 минут. На фан-митинге девочки исполняли уже всем полюбившиеся хиты, добавляли новую хореографию, новые дэнс-брейки, общались с фанатами, устраивали танцевальные батлы прямо на сцене и даже спели песню ETA из нового мини-альбома. Так что на момент 7 июля мы уже слышали 3 новых песни из мини-альбома Get Up, в котором всего 6 песен. New Jeans сейчас является одной из самых популярных кей-поп-групп во всем мире. Мы уже поняли, что умные ходы и решения Мин Хиджин очень повлияли на популярность группы. Но, конечно же, New Jeans — это не только ее продюсер, не только ее компания, не только ее песни, а еще и, конечно же, участницы группы. И я считаю, что про них тоже обязательно нужно рассказать, потому что именно они делают New Jeans такими New Jeans, какими мы привыкли их видеть. Хани родилась в октябре 2004 года в Австралии и с детства была прям ярой фанаткой группы One Direction. И в 2013 году ее мечта исполняется, и она попадает на концерт любимой группы, когда ей было всего 9 лет. Хани умеет играть на укулеле, гитаре и фортепиано, и даже занималась тэквондо. Кстати, имеет черный пояс, поэтому Хани опасная девочка. И в 2019 году, когда Хани было 15 лет, она понимает, что ей интересна кей-поп-индустрия и начинает делать первые шаги в этом направлении. В 2019 году она появилась в нескольких танцевальных каверах на кей-поп-треке вместе с австралийской кавер-дэнс-командой I Am Mine. И в конце 2019 года проходит прослушивание в Big Hit Entertainment и в начале 2020 года перебирается в Южную Корею для стажировки. Хани очень усердно тренировалась и ее талант заметили, поэтому в 2021 году Хани появляется в клипе BTS Permission to Dance. Я думаю, для Хани это было огромное достижение, потому что всего в 17 лет она появилась в клипе самой популярной кей-поп группы. Ну и в июле 22 года ее представляют как участницу группы New Jeans, и, конечно же, за время существования New Jeans она уже начала развиваться как сольный артист. Поэтому в октябре 22 года ее назначают официальным амбассадором Gucci, и в начале 23-го она становится амбассадором Armani Beauty. Минджи родилась в мае 2004 года в Южной Корее. Конечно же, с детства она разговаривала на корейском, но довольно рано начала учить английский, потому что некоторое время жила в Канаде. И в 2017 году Минджи становится трейни в Source Music. И когда в 2019 году Hype Labels искали модель для тизер-видео к прослушиванию на новую женскую группу, им понравилась кандидатура Минджи, поэтому она появилась в этом видео. И фанаты начали гадать, а что это за загадочная такая красивая девушка, и было бы очень круто, если бы она попала в новую женскую группу. И фанаты не прогадали, она реально стала участницей новой женской группы. Но тут еще нужно сказать, что в 2021 году не только Хани появилась в клипе BTS. Минджи также появилась в клипе Permission to Dance. Ну и как и Хани, и как каждая участница в группе New Jeans, Минджи также сейчас является амбассадором люксового бренда. В феврале 23 года ее назначают амбассадором Шанель. Херин родилась в мае в 2006 году в Сеуле. У нее есть младшая сестра и померанский шпиц. В 2020 году она проходит прослушивание и становится трейни в Hype Labels. И в 2023 году, в апреле, она становится амбассадором Dior. Я очень хотела найти больше информации про нее, но, к сожалению, мне не попалось там больше каких-то интересных фактов, поэтому, если что-то интересное знаете о ней, обязательно
обязательно делитесь в комментариях. Даниэль родилась в марте 2005 года в Австралии. У нее есть старшая сестра. И когда Даниэль было 3 года, ее семья решила переехать в Южную Корею. Но в 2012 году, то есть спустя 4 года, ее семья уезжает из Южной Кореи. Но в 2019 году Даниэль, потому что проходит прослушивание в Big Hit Entertainment, обратно возвращается в Южную Корею. В общем, жизнь Даниэль до того, как она стала трейни, можно описать: она приезжала в Южную Корею, она уезжала из Южной Кореи. Ну и, конечно же, ее возвращение в 2019 году стало очень таким большим прорывом в ее личностном росте, потому что она стала участницей группы New Jeans, и в январе 2023 года ее назначают амбассадором бренда Burberry, а в марте 2023 года она становится амбассадором Yves Saint Laurent Beauty. И в мае 23 года, когда весь мир говорил о фильме «Русалочка», Disney Korea объявляет о том, что в корейском переводе Ариэль озвучит Даниэль, участница группы New Jeans. Даниэль также выпустила саундтрек к этому фильму, который получил название «Parts of Your World». Она даже посетила специальное мероприятие, связанное с премьером фильма «Русалочка» в Сеуле. Я считаю, что Disney не прогадали и выбрали очень хорошего актера дубляжа. Хейн родилась в апреле 2008 года в Южной Корее. У нее есть брат и сестра. Когда Хейн было всего 8 лет, она впервые попробовала быть моделью. А в июле 2017 года, в возрасте 9 лет, Хейн присоединяется к детской кей-поп-группе USA Girl, которая дебютировала в ноябре 2017 года. Но в 2018 году Хейн понимает, что USA Girl ей как-то неинтересны, поэтому уходит из этой группы. И в 2020 году она становится участницей другой детской группы канала Play With Me Club. Группа дебютировала 16 декабря в 2020 году, выпустив трек Let's Play. Но в мае 2021 года Хейн понимает, что все-таки детские кей-поп-группы — это не то, что она хочет, поэтому она уходит из этой группы, и в конце 2021 года проходит прослушивание в Hype Labels. Она говорит, что она пошла на прослушивание именно в Hype, потому что она была самой настоящей фанаткой BTS. Жалко, что она пришла в Hype аж в конце 2021 года. Если бы она стала трейни в этой компании чуть-чуть пораньше, возможно, она бы даже появилась в клипе Permission to Dance вместе с другими участницами группы. Но ее, казалось бы, поздний приход в Hype не помешал ей дебютировать в группе New Jeans, потому что она была очень талантлива. Ну и, конечно же, она тоже начинает развивать свой личный бренд, поэтому в декабре 2022 года она становится амбассадором Louis Vuitton. Ну и, конечно же, в начале 2023 года она посещает Парижскую неделю моды. Группа New Jeans сейчас является одной из самых перспективных и интересных кей-поп групп. У них интересные клипы, интересная музыка и, конечно же, интересный подход к продвижению группы. Тут, конечно же, нужно за это сказать спасибо Мин Хи Джин, потому что ее любовь к экспериментам, ее уверенность в себе позволили New Jeans стать такой популярной. Ну и, конечно же, спасибо Hype Labels за то, что они вот позволили Мин Хи Джин заниматься новой женской группой. Кстати, нужно сказать, что дебют группы New Jeans в принципе повлиял на весь кей-поп. New Jeans предложили более такую упрощенную и легкую версию музыки в хорошем смысле этого слова. И многие кей-поп-группы подхватили эту волну, и сейчас многие кей-поп-артисты, которых мы уже знаем, выпускают более легкие треки, следуя за трендом от New Jeans. Делитесь в комментариях, кто ваш биас в группе New Jeans и чего вы ждете от релиза нового мини-альбома. Ну а я напоминаю, если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на канал с колокольчиком и поставьте лайк этому видео. Так YouTube поймет, что это видео интересно, и его нужно рекомендовать другим пользователям.